Эх, какие же красоты находятся на территории Кабардино-Балкарии. Республика совсем небольшая, но природа щедро одарила ее. И сегодня нас ждет еще одно поражающее взгляд и воображение место в горах. Это село Верхняя Балкария. Верхняя Балкария является одним из крупнейших балкарских сел. Вплоть до установления советской власти здесь находился центр балкарского горского общества. Верхняя Балкария – это синтез первозданной природы и самобытной архитектуры. На территории села и в его окрестностях находится большое количество археологических памятников, причисленных к объектам культурного наследия и представляющих интерес для тех, кто увлекается историей. Это могильник «Город мертвых» с мавзолеем Суучмес и склепы 16-18 веков. Древние оборонительные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала, трехъярусная крепость Зылги-Кала, знаменитые башни Верхней Балкарии Амирхан-Кала, Абай-Кала и Баташ-Кала, возведенный в 14 столетии замок Курнаят, находящийся в отдалении от села и уже погребенные под ледниками средневековые выработки медной руды. Живописная панорама Верхней Балкарии может показаться знакомой даже тем, кто ни разу не был на Северном Кавказе. Дело в том, что в этих краях снимали ряд эпизодов фильма «Война» Алексея Балабанова, узнаваемых в первую очередь Абай-Кала или сторожевая башня Абаевых, возле которой оказались герои картины после переправы на плоту. Часть сцен снимались и внутри древнего сооружения. Thank you.
Надеюсь, вам понравилось видео. Поддержите его своими комментариями и лайками. И да, не забудьте подписаться на канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока.